Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Dark Twins, а мы продолжаем играть в игру Horizon Zero Dawn. Так. Где мы сейчас находимся и куда нас хотят отправить, да? Вот это меридиан. Отлично. Тут у нас какие-то есть крокодилы, львы и гориллы. Хорошо, здесь, правда, песчаная буря. Ого. Это а-ля Conan Exiles. Я загасил птичку-невеличку. Что очень мне понравилось. Кстати, показывает, куда мы идем? А, это одиночный огонь, это туда наверх. А мы держим путь в меридиан. Так, я не... Это пыль никогда не кончится. Так, копейщик Карха. Копейщик. Да сильно. Тоже, это все бойцы племени Карха ходят. Смотрите, у них какие одежды, ничего ж не такие. Они все в броне. Там, откуда я, Нора, это в основном, получается, шкуры надеты на них. Осколки. Так, это кто здесь? Дуголоб. Это получается типа стены такой. Так, здесь ходят роботы. Давайте посмотрим, что мне нужно. А, чтобы сделать вот эти вот предметы. Вижу. Мы нашли. Это сделали. Вот, они, видите, как броню сбивают, хорошо. Так, что я хотел посмотреть? А, что мне нужно для... А, мешочков. Мешочков изготовления, вот, вместимость... А, подсумок зверюк, пасмид для гремучника. Увеличить размер подсумка. Вот это очень хорошо. А вот для... Колчан для охотчиков, для высокоточного лука. Шкура енота. Енот, извини, конечно. Ну, по 75 стрел. Класс. Так, поговорить я с ними не могу. И, скорее всего, этот гремучник, он, наверное, больше как бы идет против против людей, нежели роботов. Одиночный огонь мы прошли, поселение, и направляемся в меридиан. Чтобы узнать, кто на нас напал, почему именно меня хотели загасить, в чем секрет вообще мой, именно... Что было за женщина на голограмме? Да, все это оговаривалось, все это об этом знают. Фак. Не, такой, с такой стаей я вряд ли не справлюсь. Без помощи так уж точно. Мне нужен будет енот. Так, здесь кто-то будет просить о помощи, да? Зона обитания машин дуболом. Нет, я не дуболом. Идти мне осталось совсем чуть. Так, вижу костер. Обязательно. Угу. Вот они, эти машинки.
видим. Сколько птиц. Интересно, они нападут, если я... Воу-воу-воу-воу-воу! Видимо, не все так просто. Да ё-моё. Тихо, ты не рыпайся. Потому что с этим дядей справиться будет непросто. Как бы не попадаться бы к нему на глаза. Я даже его просканировать пока не могу. Но он огромен. Просто вообще это... Просто посмотрите на него, каких огромных он размеров. Громозев. Так, громозев, это у нас что нам надо? Каталог машин. Вот он, громозев. О, сколько с него всего можно найти. Куда-то свалил. Слишком далеко. Ух ты, не хватает ресурсов, а я решил с ним биться, да? Давай две стрелы. Хвост.
Во-во-во-во-во-во-во-во. Мне хана. Нет, зря я на него, конечно, наехал. Нормально же вроде общались. Нет, я умирать не хочу. Это помогло. Так, нужно поднасобирать. Так, лагерь разбойников. Лагерь разбойников поразбирать. Мне нужны жизни. Нет сочного мяса, вот что. Очень печально. В моей ситуации. Когда даже сраный кролик мне сможет спасти жизнь. Кролик. Не то. Но в целом спасибо. Так, мне не хватает канатов еще. Быстрый спуск. Разных. Так что будем чекать пустыню, да. Так, это опять лагерь этих разбойников, да, у нас? Насколько я вижу. Визор поймал еще один сигнал. Есть. Видимо, сигнал посылает вон тот длинноший. О, круто. Есть, отлично. Так, уровень 13. До меню задания это понятно. Длинношей. Вижу. Леса. Сочное мясо одно. Полезная травка. Правда горькая. Правда горькая, но полезная. Так, надо добраться до головы длинношея. Доберемся сейчас мы до головы длинношея. Так, он ходит вокруг этого острова, скорее всего, да? Вывод. А вывод прост, дорогие друзья. Корж. Тише. Держите, твари. Отсюда, мразь. Фига себе, мы с ним западали. Биться будем, что ли? Ух ты, цветок. Металлический цветок модель 3. Найти металлический цветок. Металлический цветок неизвестной конструкции. Возможно, способствует прорастанию семян. Содержит встроенный фрагмент кода. Наборы цветов можно обменять в меридиане на ценные награды.
функция. Так, здесь циркающий глаз, отлично. Не-не-не-не-не-не, ты даже не думай. Так, длина шеи. Так, мне нужно забраться на него. Вот он ходит по кругу. Там меня подстерегает опасность. Как бы так забраться на него? Я найду тебе применение. Чтоб меня не убили. Тем самым мы немножко сбиваемся с пути. Так, от костра я, конечно, ушел. Не в ту степь вообще. Так. Это не дурно. Так, зачем я сюда плыву? Понятия не имею. Меня же здесь укокошат. Это вообще как пить дать. Так, вот он идет. Громозека. Тише ты, ни хрена себе. Он красавец, взял меня и замочил. Хорош. Так, это... Как он у нас называется? Щука-зуб. Японский городовой. Беги, девка. Друзья, куда бегу, сам не знаю. Фух, еле умчал. Так, отличненько, давай. Не? Не пойдешь до нас? Вот это я умотал вообще, не в ту степь. Опасный, опасный мир. Теперь просто так не побегать. Я думал, там просто так не побегать, а это здесь просто так не побегать. Либо их тут все больше и больше становится. Ага.
наступлением ночи, а это вряд ли. Это что такое? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Стой, кабан. Караваны, смотрите, какие, да? Ё-моё. Добегался, блин. Животное, не падай ты. Вот и все. И я ушла. Маленький. Ты мне нужен. Енотик, маленький енот. Стой. Стой, паразит. Кость енота? Нет, мне нужна его шкурочка. Оставлю на потом. А все-таки мы можем изготовить... Ой. Зелье себе уже, да? Пару штучек. Ну-ка, а большие зелья? Что, не сильно дороже? Да. Не то чтобы сильно, но дороже. Блин, я из-за этих погонь свалил хрен знает куда. Вообще в другую степь упер. Что не есть хорошо, потому что мне нужно идти... На самом деле, куда? Вообще в другую сторону. Но мне не хватает ресурсов. Так, мы видим костер. Отлично. Костер — это всегда хорошо. Тише, 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 не надо мне. Да ё-моё, лиса. Стой. Что за бегать буду постоянно, что ли? Мы сейчас аккуратненько попробуем обойти все вот эти вот стада роботов. Здесь есть сигнал. Я рад, что есть сигнал. Только как мне туда пробраться так, чтобы меня... Я поймала еще один сигнал. Я приближаюсь к источнику сигнала. Умничка. Надо как-то забраться на голову длинношеи. А как? Забраться ты можешь только вон оттуда.
отсюда я мог? Да что ж такое? Сука. Бля. Енот. Да ё-моё. Заодно еноту в ухо дадим. Так, да. Явно мне пока не получится сюда забраться, так с этой птицей нужно разбираться. И не только с птицей. Ох. Меня начинает сносить. Не только с птицей. У меня даже нет ресурсов. Друзья, нет ресурсов, чтобы сделать себе нормальные боеприпасы. Есть. Минус один. Рыскарь, разведчик. Спираль огня. Так, вижу, что так нам идти лучше не идти. Лучше идти как-нибудь аккуратненько. Скрытненько так. Будет ли какая-нибудь база, где я смогу передохнуть? Было бы самое оно. Что это такое? Ничего себе. Это типа отпугивает, что ли? Ты, блин, кабан. Ты меня напугал. За это тебе хана. Извини, дружок. Чтобы ты так больше не пугал. И еще одну. Вы чё прикалываетесь? А вот теперь самое время. Тихо. Схожу посмотреть. Сходи, сходи, конечно. Посмотреть ты должен был. Так, у меня есть два эликсирчика. Что? Одного из наших замочили. Все еще вынюхивает. Кто там за звук? Ну, замочили и замочили, подумаешь. Ого. А их здесь немало. Мне
это нужно? Это сигнальное устройство. На такие лучше не натыкаться. Так, костер. Лучше аккуратненько проберемся. Авось разживемся ресурсами. Ху-ху-ху-ху, знать бы, как оно мне стреляет, эта штукенция. Отлично, минус один. Отлично. Сюда. Что это там? Блять. Так. Аккуратненько. Так, меня ищет уже весь лагерь, да? Идем сюда потихонечку. Совсем рядом. Это японский городовой. Фига, он в броне, что ли, в такой сильной? Да ёпаша мать. Давай, выходи. Отлично. Да блядь. Ну что такое-то, а? Вы что, блин, прикалываетесь, что ли, а? Эй, ты в траве. Режьте как следует. Давай, отпрыгивай. И, блядь. Мразь.
Мрази. Капец, и нету. Есть. Отлично. На, мразь! Кому-нибудь есть из вас лечилка, блин? Или вы что? Или вы вообще, блин, без... Капец, блин, я что сюда за монетками пришел? Слег. А, сундук. Есть. Отлично, это у меня типа автомата такого интересного. Глядите, что я нашла. Отлично. Прям радует меня эта пушечка. На, сволочь! Ты кому так сказал, а, нагло? Давай, давай, давай. А, вижу вас. У вас не так уж много-то и осталось, так что сказать. Так, ну, в целом... есть парочку, но сейчас я тебя выпущу. Освободим пленников и держись, я тебя вытащу. Я думал, это будет все попроще, но
Нифига не проще оказалось. Чужаки могут быть совсем рядом. Сундучок. Зачистить лагерь разбойников. Хорошо, осталось их там всего-то. Парочка, да? А, вот, вижу. Схроны. О. Мне придется что-то выбросить. Поживимся сейчас. Сколько ловушек, которыми я, увы, пока не пользуюсь. Отлично. Землю убрат. О, опыта 10 тысяч надавали. Красота, красота. Так, зачисти лагерь. Так, теперь здесь есть у нас торговец. Что не может не радовать. Я уже думал, мне эти палочки-то и не нужны будут. Они мне, оказывается, нужны. Есть. Теперь могу по 3 стрелы пулять. Если солнце будет угодно, а вас спасет солнце от сумрака, который нас завел золотиться. Костерецкий. Заражение растет. Зачистили лагерь. И теперь мы здесь можем. Ага. Так, что, надо ж. Все позабирать. Что только я видел. Так. Да. Сильно много я здесь нашел. Ну да ладно, дело-то не в этом. Зачистил лагерь. И уже хорошо. В целом, вот палочки мне теперь эти очень сильно нужны будут. И мы можем отправляться дальше, да, получается. Вот я лагерь зачистил. Я, друзья, короче, возвращаюсь туда, откуда начал свой путь. Вот так вот я по кругу пробежался. А, совершил, ну, я думаю, полезную вещь, зачистил лагерь. И вот я снова возле этого костра. Пустыню зачистили. Немножко подкачались, да, потратили ресурсы, опробовали оружие новое, которое мне вообще против людей очень понравилось. Вот этот вот арбалетик такой интересный, так что будем продолжать свое движение на запад. С вас лайки, с меня дальнейшее прохождение, всем спасибо, заглядывайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании, и подписывайтесь на канал, с вами был Dark Winds. Всем пока!